Авто для зоны АТО. Три автомобиля повезли украинским военным жители Авидиополя. В зону военных действий отправились и волонтеры, которые загрузили в автомобили продукты, вещи и многое другое. То, что может пригодиться солдатам на передовой. Провожали волонтеров наши корреспонденты. В зону АТО отправилась вторая партия автомобилей, предназначенных для украинских военных. Три уже отправили ранее, теперь к ним добавились еще три. УАЗик уехал под Мариуполь, где служит доброволец из Авидиополя. Остальные – к другим землякам. Мерседес «Віта» під Мар'їнку в 28-му бригаду, наша перша рота на 6-й блокпост. Там, де несуть службу наші земляки, дуже багато авідіопольців з Авідіопольського району. І «Фольксваген», «Під щастя», батальйон спецпризначення «Золоті ворота», яким командує теж наш земляк, новоделинець Володя Проволовський. Волонтерская помощь поступает украинским военным от патриотичных земляков Авидиопольского района. Объединились в этом благом деле и состоятельные предприниматели, и люди с небольшим доходом. За их средства закупили дорогостоящее оборудование для военно-полевого госпиталя, вещи, продукты и автомобили. Для того, чтобы Господь охранил этих бойцов, этих солдат, которые там нас будут стоять на передовой, будут защищать нашу страну. И чтобы все пули, все гради, які будуть летіти, щоб вони обминали ці машини, і ангел-охоронити, які пристане для них, він буде їх завжди берігати. Патріоти Авидіопольського району говорять, їх волонтерський дух не сломить. Мені некоторі показують на голову пальцем, говорять, помоги, ну зачем самому туди їхати? Ну чоловік, який був там один раз, його обов'язково потягнуть і другий раз, і третій раз, і четвертий раз. Авидиопольцы, которые побывали в зоне АТО с одесскими волонтерами, рассказывают, что попадали и под обстрелы. Спасибо нашей машине, которая взяла весь удар на себя. Никто не пострадал, никто не испугался совершенно. Мы снова формируем, мы снова едем, и никто не остановится, нас никто не испугает. Волонтеры Авидиопольского района говорят, новые партии с помощью украинским военным будут формировать до тех пор, пока в этом нуждаются солдаты, защищающие Украину. Анастасия Симонова, Наталья Смирнова, Андрей Смирнов. Да, хорошо.